прекрасно владеет татарским языком, и когда он приходит, мы всегда общаемся только на этом, на нашем родном языке. Саляму алейкум ва рахматуллах. Большое спасибо, уважаемые гости. Нам было очень приятно видеть вас. В нашем зале Александр Федорович, наш уважаемый гость, находится. Можно вас на нашу сцену? Ассаламу алейкум. Здравствуйте, дорогие наши друзья, наши братья. Хочется от Конгресса народов Нижегородской области, который я представляю, от всей души поздравить вас со светлым праздником Рождества пророка Мухаммеда. Пожелать вам крепкого здоровья, счастья, мира, светлого небо над головой. Всего самого-самого доброго. Спасибо.